Но что тут у нас? Было похищено нечто весьма опасное. Оно не должно попасть на черный рынок. Кто покупатель? Грег Симмонс, миллиардер, торговец оружием. О, сколько милых лиц, прям кровь стынет. Для такого дела нужна достойная наживка. Несомненно. И на что ловим? Дэнни Франческо. Актер, да? Любимый актер Грега Симмонса. А как подцепить его на крючок? Шантаж. Искусство побеждать. Цинично? Начнем. Это твой шанс сыграть величайшую роль в своей жизни. Ты вообще кто? Твой новый менеджер. Слышал, между тобой и твоей кузиной аж искры брызжут. Да, я люблю свою кузину. Да, Дэнни. Притом во всех смыслах. Нет причин нервничать. Нет причин нервничать? Они всего лишь убийцы. Ты же актер. Играй. Ладно, я готов. За работу. Кто-нибудь ущипните меня. Это Дэнни Франческо? Какие творческие планы? Сыграть загадочного талантливого миллиардера. То есть сыграть меня? Смотри, вникай, повторяй все за мной. Что бы я ни делал. Кто бы ни снабжал Грега, вчера он был среди нас. Тебя сейчас хлопнут. Так хлопни первым. Мило. Что случилось? Он тебя узнал. Орсон по кличке Фортуна. Звучит сексуально. Тебя раскрыли. Мы в жопе. И что делать? Звезда, похоже, гаснет. Займись Дэнни Франческо. Займись Грегом Симмонсом! Я всем займусь. Что будешь с этим делать? Этим я буду стрелять в них, Дэнни. Думаешь, тебя никто не видел? Да. В смысле, да, тебя никто не видел? Да. Или да, ты думаешь, тебя не видели? Да. Операция «Фортуна. Искусство побеждать».